Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в молодежном театре, и сегодня здесь состоится спектакль «Кеды». Он посвящен молодежи, и представит его тоже молодежь. А режиссером этого спектакля является Александр Лебедев. Он нас сначала познакомит с театром, а потом мы уже зайдем и на сам спектакль. Давайте посмотрим. Знакомиться, да. Хорошо. Давайте, куда вы нас сначала ведете? Ну, сначала мы с вами посмотрим, вот, скажем так, наше небольшое театральное фойе, где, куда приходит зритель, вот, скажем так, первый шаг в театре, он приходит и видит что? Кого? Видит наших прекрасных артистов, нашего режиссера, наших режиссеров, нашего художественного руководителя, пристально, знаете, смотрящего на всех. Вот всякие разные, знаете, когда одолевает сомнения, я вот смотрю и становится хорошо на душе. Идея создания молодежного театра возникла 4 года назад. В 2016 году очередной актерский выпуск Ульяновского университета оказался перед выбором дальнейшего пути. И они решили создать свой театр. Ребята обратились ко мне, и, честно сказать, меня эта идея зацепила. Потому что где-то в глубине души хотелось очень сохранить театральную школу, которая уже с 96-го года в Ульяновске существует. Алексей Храбсков-Вольный, актер Ульяновского драматического театра. Почти 20 лет преподает на кафедре актерское искусство Ульяновского государственного университета. Участвовал в становлении театра юного зрителя «Небольшой» и театра студии «Инфантерибль», руководитель молодежного театра. Существовали на общественных началах, или точнее, я был индивидуальный предприниматель Храбсков, и, так сказать, мы арендовали помещение в квартале, где-то выезжали на выезды, продавали билеты, вот на эти копеечки жили 2 года. Но потом случилось невероятное. 1 октября 2018 года театр был зарегистрирован как государственное учреждение. Чуть раньше молодежному был передан в постоянное пользование кинотеатр художественный. Я буду вечно благодарить за этот поступок, потому что без поддержки театр существовать не может. Особенно без государственной. Это невозможно. Или это тогда коммерческий театр, это шоу, которое собирает огромные залы. Это все, что, ну, единственное, ну, не может театр быть только шоу. За все время существования молодежным театром создано более 15 спектаклей. Это полноценный репертуар. Правда, он так и не осел в художественном. Пришлось оставить его на время ремонта. Сейчас театр базируется в Доме техники на улице Железной дивизии. Александр, мы находимся в вашем театральном уютном буфете. И все же не совсем в моем. Да. Театральный буфет. Да. Это общее место. Оно не только театра, оно еще и зрителей. Да, но это, кстати, так можно и сказать о театре. Что театр, он не принадлежит артистам или режиссерам. Театр принадлежит всем. Александр Лебедев окончил актерское отделение УЛГУ. Актер Ульяновского драматического театра с 2012 года. Стипендиант премии для молодых актеров имени Бориса Александрова. Режиссер Ульяновского молодежного театра. Вы здесь режиссер? Да. А режиссером вы сюда пришли 3 года назад, да. Как все начиналось? Ну, все очень просто началось. Когда-то у меня с Алексеем Вячеславовичем Храбсковым был разговор о том, что я соскучился, о том, что я бы хотел работать вместе с ним. Алексей Вячеславович меня услышал, и мы уже даже было начали работу над одним спектаклем. Но все приостановилось, потому что вдруг неожиданно, знаете, вот театр повис в воздухе. То есть было непонятно, будет ли будущее, не будет будущего. И все закончилось очень благополучно, что театр приобрел уже, скажем так, государственное значение. Перед театром возникли новые задачи. Надо было менять репертуар, дополнять его серьезными актуальными пьесами. И новая жизнь театра началась с репетиции нового спектакля «Кеды». На сегодня это самый популярный спектакль из всех поставленных на сцене молодежного. Молодой человек, он всегда стоит на перекрестке, да? И у него вперед это в одну сторону, вправо это один выбор, влево другой выбор, назад и так далее. И вот в этом выборе он не стоит, как разумный человек выбирает, а его все время носит. И сам театр, молодежный театр, как бы должен говорить
о чем-то с молодежью. О чем говорить, как бы не поговорить с молодежью, как не о них самих. И мы хотели поразмышлять о том, что же это за молодой человек, кто это, кто эти люди, что он хочет, к чему стремится, какие проблемы его окружают. Мы куда идем? Мы сейчас пойдем с вами дальше уже по коридору, пройдем мимо гардероба и зайдем, наверное, в малый репетиционный зал. И вот одно из таких вот, скажем так, наших театральных ульяновских нововведений – это хэштеги. Да? Когда-то мы подумали, что молодежный театр, мы говорим о молодежи, на языке молодежи, да? А где общается молодежь? Молодежь общается в соцсетях. И так как нам важно это, так как мы хотим расти, и растем мы не только, скажем так, на более или менее критике друг друга, мы еще прислушиваемся к зрителю. И значит, мнение их важно. И каждый спектакль имеет свой хэштег. Да? Там, «Пустили баб» — это один спектакль, «Килька-тюлька» — это другой спектакль. И всякий раз вот эти вот хэштеги зрители пишут, выкладывают фотографии, оставляют этот хэштег, и по этим уже хэштегам мы, скажем так, говоря молодежным языком, мы чекаем информацию. То есть мы ее читаем, что-то для себя понимаем, так это или не так, и ставим лайки обязательно, делаем репосты, все как обычно. Постепенно мы с вами пришли в малый репетиционный зал. Посмотрим, что там происходит. А там наверняка что-то Можно? Происходит. Да, зайдем. Зайдем. Здесь у нас Анечка. Анна. Здравствуйте. Да, и здесь у нас малый репетиционный зал. Обыкновенно здесь проходят репетиции. Здесь собирается группа людей. Начальный этап, читка. Какие-то, может быть, маленькие этюды, пробы какие-то. Но сейчас в молодежном театре идет лаборатория. Экспириенс, новая драма, где 4 режиссера делают 4 современные пьесы. И каждая секунда на счету. И вот здесь как раз она является художником молодежного театра. Да. И она помогает в оформлении спектакля. Я все правильно, Анна, говорю? Правильно. Он все не ошибся. Вот я к Ане уже обращусь. Да. Вот диван, вот как он рождается тут? Вот тут надо немножко, наверное, вот с этой стороны посмотреть, чтобы вы увидели, да, что диван, он не просто рождается, понимаете, он еще и... Функциональный, оказывается. Ну, на самом деле, мне уже поставили конкретную задачу здесь сделать цветочки, подоконник. То есть эта сторона работает как, видимо, подоконник, да? А с другой стороны, это будет просто состаренный диван. То есть это диктует режиссер? Да, в данном случае это так было. Не всегда так бывает, но... Сейчас так. Обыкновенно есть союз художника и режиссера, где у них есть какое-то время, чтобы подумать. А во время эскиза время подумать нет, и режиссер просто говорит: «Анна, ну пожалуйста, молю тебя». И Анна, как бы, и режиссер, доверяясь вкусу, просто дает задачу, а художник уже либо импровизирует, либо делает все, как ей сказали. Или ему. Ну, да? Спасибо. Но в данном случае, как вы видите, вообще все классно. Нельзя сказать, что Анна не является автором, это точно. Все, из МРЗ мы выходим, потому что работа кипит. Все, пойдемте. И мы идем с вами уже в гримерку. Гримерки, так как здесь получается у нас 2 гримерки, мужская и женская. Они общие. Вот одна актриса уже вот бежит, опаздывает. Или не опаздывает, да. И вот мы уже идем с вами в гримерки. Идемте. Здесь у нас женская гримерка. Обыкновенно, конечно, в любую гримерку надо стучаться. Особенно, когда в женскую входишь, будучи мужчиной. Надо стучаться, сказать: можно ли, девочки, можно? Вот сейчас мы с вами разыграем сценку, да, что я спрашиваю, можно. Обычно я просто... Вот здесь уже мы находим здесь мужчину. Да. Девочки. Да, это Юра Ефремов, Лера Каменских, Рита Волкова, Саша Дыдычкина. Все участники спектакля «Кеда». Мы дали актерам время снять верхнюю одежду и потом снова заглянули в женскую гримерку. Юр, что сейчас у вас тут происходит такое на голове? Что вам плетут? Мы готовимся к спектаклю. Мне заплетают косички для роли. То есть мы с режиссером так решили, что вся моя голова в косичках. Из всего, что можно заплести, все будет заплетено. Вот. А почему? Потому что это модно было на тот момент. Наверное, сейчас тоже. На момент премьеры. Ага. Вот, да, мы решали это тогда. Угу.
Вы кого исполняете? Да. Я исполняю друга главного героя, которого зовут Михаил. Вот, я тоже обожаю музыку, как вся наша троица. Но я по образованию психолог. Да, а работаю, подрабатываю уборщиком. Да ладно? Да, все сложно. Да, но у меня есть мечта уехать в Голландию и заниматься там музыкой, поступить в университет. Вот, и в процессе спектакля вы узнаете, что там случится с этой мечтой. Юрий Ефремов окончил актерское отделение УГУ в 2016 году. Актер Ульяновского драматического театра и молодежного театра. Один из инициаторов создания молодежного театра. Все так началось после выпуска, а у нас на выпуске был дипломный спектакль. И вот наши все дипломные спектакли, которые были у предыдущих курсов, мы решили оставить и с них начать. Вот. А место нам дал «Квартал», креативное пространство «Квартал». Мы там арендовали площадку, там был совсем небольшой зал. Бывало, мы даже играли, по-моему, самое меньшее на четверых людей спектакль. И все равно играли. Играли, да. То есть это был там 2,5-часовой спектакль, который мы играли на четверых людей. Было, конечно, тяжело, мы, как сказать, эмоционально, потому что все равно, когда выходишь на большую публику, как-то и подстегивает больше работать, атмосфера, энергия та же. А на четверых людей тяжело было. Но мы старались, мы пытались, вот, и у нас так потихонечку пошло. Вот, как правило, молодежь у нас бежит, да, в столице нашей, да? Mm-hmm. Почему-то вы остались, да? Что вас здесь удерживало? Ну, вот у меня два таких вопроса. Это, во-первых, люди, с которыми я привык работать, с которыми мне легко, с которыми мне хорошо и приятно работать, с которыми я говорю на одном профессиональном языке. А во-вторых, я сам такой человек, что я не люблю вот этот ритм суетливой жизни. То есть я несколько раз бывал в Москве, и мне не нравится там. Я как-то себя чувствую не так хорошо, спокойно, умиротворенно, как здесь. В это же время в одной гримерке с Юрой готовились к спектаклю Александра Дыдочкина и Риты Волкова. Девушки делали яркий макияж, как им сказал режиссер. Александра Дыдочкина окончила актерское отделение УГУ в 2016 году. Актриса Ульяновского драматического театра и молодежного театра. Один из инициаторов создания молодежного театра. Мы любили театр мастерскую Петра Фоменко, когда еще учились, были студентами. И у них как раз был тоже такой путь, когда они после студенчества решили остаться вместе и решили создать театр свой. И вот и нам эта идея как-то запала в душу. И мы, в общем, вот тоже предложили Алексею Вячеславовичу, и он пошел нам навстречу и с радостью принял эту идею, тем более, что в городе не было именно молодежного театра как раз. И так получилось, что мы вот взялись за руки и пошли все вместе создавать театр. А материальный вопрос вас не беспокоит, кстати? Нет, сейчас все хорошо, да. Но поначалу было, может быть, что-то сложно, но так как мы были только после студенчества, я даже помню эти вот классные моменты, когда я шла на работу, и я иду, и такая на репетицию, такая довольная, иду, и вдруг понимаю, мне ведь еще за это и платят. Хоть и мало, но на тот момент это было как-то, как сказать, как объяснить, не знаю, в общем, были настолько счастливы, вот, в такой были эйфории, что это было не так важно. Это вот уже мужская гримерка. Мужская гримерка менее просторная, потому что парни проводят здесь гораздо меньше времени. Так получается, что театр имеет такую некую студийную форму существования. Некоторые ребята, которые работают артистами, они же работают еще и машинистами сцены. В простонародье монтировщики. А здесь уже лежит заодно реквизит к эскизам и так далее. Подписано все. Да, все подписано у всех. Ну вот у мальчиков все. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Главное, чтобы когда-то это все были еще и знакомые лица. Если гримерки еще можно как-то увидеть через щелочку, то сейчас мы пойдем туда, куда вход только для работников театра. Да? В подвал. Заходим в подвал. Будьте осторожны. Как бы двери здесь есть. Здесь уже заранее заготовлен некоторый реквизит сейчас уже к спектаклям кеды, шарики, которые участвуют, вот наша светомашина, некоторые вещи, тут еще всякие сумки. В общем, в основном реквизит, который нужно будет взять, потому что эти люди, которые пользуются этим реквизитом, они выходят как бы из зала, и мы их там в фойе положить не можем.
спустились в подвал, и вы увидите там разные вещи, и будет казаться, что здесь все как бы просто так навалено. Но на самом деле в театре просто так навалено не бывает. Всегда все лежит именно там, где это должно лежать. Потому что там завтра репетиции, значит, вот эти велосипеды, они должны лежать здесь, чтобы потом их быстренько поднять. Mm-hmm. Вот это эти велосипеды и еще одного эскиза «Исчезнувший велосипедист» 19 ноября 18.00. Это мой эскиз, да. Это вот уже луна здесь лежит, она ведь упакованная, потому что это пока что... Спектакль. Это мой спектакль «Хранители луны». Да, сейчас будет «это мое», и «это мои двери». Нет, это все театр, как бы не мое. Здесь у нас костюмерная. И здесь у нас хранятся костюмы уже, ну, с идущих спектаклей. Спектакли постепенно пополняются, и, естественно, костюмерная также заполняется. Но, скажем, есть еще перспективы и есть пространство, куда можно повесить новые костюмы. Да, вот они, наши костюмчики. И пойдем сейчас покажу вам, где лежит декорация. В молодежном театре также есть карман за сценой, который вы тоже не видите, ну, зритель не видит. И есть карманы вот у нас, скажем так, в подвале, куда складываются декорации там со спектаклей, которые, будут идти там через неделю, через две, которые можно отложить, чтобы они не мешались. Там вот всякие лавочки с хозяйки гостиницы, вот это коробки и чемодан. Это со спектакля «Над пропастью во ржи». Тоже замечательный спектакль. Также с Александром мы заглянули в реквизиторский цех, где было все аккуратно сложено по полочкам. Оказывается, им заведуют девочки, они строго следят за порядком. Правда, половина полочек пустовала. Как объяснил Александр, на них хранится реквизит спектакля «Кеды». И сейчас он занял место на сцене. Естественно, вы слышите, это не вода течет, это разминается Виталий Мялицын. Исполнитель главной роли «Кеды», главной роли в спектакле «Кеды». Помешаем, ну ничего, это часть его профессии. Вот. Спектакль затратный, ему надо набраться воздуха, энергии и сил. Таинство происходит. Все думают, а за счет этого упражнения как бы не только прочищается носоглотка, еще и набирается энергия. И все эти службы театра, они настроены на то, чтобы создать волшебство только в одном месте. И это сцена. Пойдем сюда. После вас. Пойдем. Театр живет. Да, театр уже живет. Уже, по сути, театр настраивается. И всегда здесь звучит какая-то вот такая музыка, потому что эта музыка, она пропитана вот тем духом, который подразумевается в этом спектакле. Декорации уже стоят, артисты уже потихонечку готовятся, звук настраивается, свет подстраивается, кто-то о чем-то разговаривает, но сейчас все уже настроено на то, чтобы спектакль, который будет сегодня сыгран, был успешным. Что важно для успеха? Что важно для успеха? Слишком много, очень много критериев должно сойтись. Но самое главное, все должно быть в любви. Я думаю так, что артисты должны выйти на сцену в любви. Не в той любви, которой, как бы, о которой мы привыкли говорить, ах, любовь. А это должна быть какая-то вот, когда это вот что-то, что я беру и не хочу отдать. Но я этим делюсь. И то же самое делает зритель. Недавно, как-то для себя открыл одну фразу очень интересную, что театр, он разговаривает с людьми языком человеческого поведения. Это очень просто и глубоко одновременно. И вот мы здесь для того, чтобы мы поговорить, но на языке театра. Поговорить честно, серьезно, откровенно, эмоционально и ярко. До начала спектакля оставалось около 15 минут. Зрители все шли и шли. Были среди них и те, кто не успел купить билет заранее, а очень хотел посмотреть спектакль. Они терпеливо ждали в надежде, что вдруг кто-то не придет и останется свободное местечко. А мы времени зря не теряли, поговорили с поклонниками театра. Меня зовут Дарья, я первый раз со своим молодым человеком в молодежном театре. Нас очень удивили актеры, мы просто уже некоторых видели и заинтересовалась, что нас ждет сегодня. Вас как зовут? Алексей. Данил. Вы здесь не первый раз? Второй или третий? Да, четвертый. На спектакле «Кеды» вы первый раз?
Ну, на самом, на этом спектакле или вообще на кеды? Я в другом городе видел кеды, вот пришел посмотреть, там, сравнить, ну и интересно просто. Я первый раз, вот ни разу еще не видел, но все хвалят, поэтому решил сходить. А теперь предлагаем вам, уважаемые зрители, заглянуть вместе с нами в зрительный зал, где уже идет спектакль «Кеды», поставленный по пьесе «Любови Стрижак». Напоминаем, режиссер Александр Лебедев. Ремешок сзади ты поправишь, как тебе удобно.